Всем привет и добро пожаловать на видеоролик по мобильной игре Zombie Catcher. Итак, друзья, самое начало. Мать честная, наш лимонад расходится, как горячие пирожки. Действие происходит на земле. Друзья, кто не заранает, зелененький персонаж это Джей, а вот с правой стороны это робот. Итак, для новой партии лимонада нам требуется больше ингредиентов. Я знаю, Эй-Джей, что будет еще круче миллиона довольных покупателей. Миллиард свежевыжатых отзыв каждый день. Давайте наберем побольше сырья. Ну что ж, друзья. Итак, забавная, прикольная игра про ловцов зомби. Вот, Zombie Catchers. Я попробую сейчас уменьшить звук. Скорее всего, вам громко. Пока нет настроек игры, будем играть так. Добро пожаловать на болото. Сначала попрощаемся на чучеле. Отлично. Итак, друзья, все очень просто. Надо перепрыгнуть через пенек. Что мы с вами и делаем. Вот. Здесь поймать чучело зомби. Вот так стреляем Эй-Джей и при помощи гарпуна ловим данного монстра. Отлично. Супер, отлично. Да, друзья, почему я начал игру? На аккаунте есть целая куча подобных видео моих. Но, к сожалению, после того, как я поменял телефон, вот, сохранение не сохранилось. Я пробовал переустановить, и сохранения не сохранились. Поэтому начинаю игру с нуля. Итак, вот. Робот говорит, пора поискать свежее мясо. Что ж, друзья, начинаем ловлю зомби. Вот, дойдем до настроек. Я немножко уменьшу звук, пока будем играть так, как есть. Мы на месте. Здорово. Зомби обычно прячутся в трясинах. Придется пораскинуть мозгами, чтобы их выманить. Итак, вперед, друзья. Сейчас попробуем. Вот, нашли трясину. Сейчас я брошу мозг. Попробую приманить. И спрятаться. Вот так. Отлично. И стреляем. Вот так. Супер. Ну что ж, видите, ничего сложного нету. Игра очень прикольная. Игра старая, но очень классная. Вот. Выманить зомби с помощью приманки. Вот. Итак, бросаем мозг и прячемся. Отлично. Вот. И сейчас я попробую вот при помощи гарпуна сразу же поймал двух зомби. Итак, победа. Отлично. Управляешься с гарпуном Эй-Джей. Супер. Возвращаемся в кафе. Ну что, друзья, возвращаемся в кафе. Зомби пойманы. Получаем награду. Вот, и идем в кафешку. Сейчас из зомби будем пробовать делать лимонад. Хорошо, поработал Эй-Джей, но настоящая работа только начинается. Такие сочные, так и хочется уже начать их выжимать. Кстати, на моем канале есть мультики, которые я расфиксировал, поэтому, друзья, по этой игре. Поэтому ссылку я оставлю, кому интересно будет посмотреть. Вот где творится настоящая магия. Готов начинать? Конечно, готов. Загонять своих троих зомби в зомби-выжималку и начинаем. Пробуем. Не торопись, сильно не дави. Так, друзья, один зомби, второй зомби, третий зомби. Зомби-выжималка начинает делать напиток. Вот какой-то интересный, как он называется, непонятно. Но, тем не менее, вот Эй-Джей продолжает напиток. И мы повышаем уровень магазина. Второй уровень, у нас доступна экипировка, вот реактивный ранец и зомби. Супер. Итак, друзья, да, у нас реклама. Я прошу прощения, не отключил интернет, и как видите, сразу же вот реклама. Попробую ее удалить. Вот, не все так просто. Вот, прошу прощения, вот, надо будет, когда играть, не отключать рекламу. Итак, начало положено. Вот, нам предлагают купить ранец. Вот, пора задуматься о будущем и инвестировать во всякие новомодные прибамбасы. Вот, зайдем в магазин, оборудование и купим ранец на наши ровно заработанные. Так, вперед, друзья, в магазин, экипировка и покупаем реактивный ранец за 50 монеток. Вот, и у нас опять новые магазины, третий уровень. Итак, поисковый дрон плюс плутоний. Сейчас мы это все заберем. Бизнес процветает, нам нужно обеспечить бесперебойные поставки зомби сюда побыстрее. Я запрограммировал нашего дрона, чтобы он отслеживал все активные зомби на болотах. Пойдем проверим, как у него дела. Итак, да, друзья, вот
давайте-ка я попробую еще зайти в настройки, вот, чтобы меньше звук, и пока доступа к настройкам нет, то есть, походу, у нас еще идет обучение. Ну, давайте сейчас попробуем быстренько это сделать. Это карта мира, дроны будут искать зомби и фиксировать их местоположение. Вот, нажми на дрона, чтобы он начал поиск. Ну что ж, друзья, жмем на дрон и ловим зомби. Итак, вперед. Вот, охота началась. Главное не пропустить ни одного зомбика, прячемся. Ах ты вредина, смотрите, какой шустенький оказался. Ой-ой-ой, вперед, вперед, вперед. И вот так, да. Ловим зомбика, отлично. Так, а здесь уже целая куча зомбарей. Здесь нужно будет быть поосторожнее. Итак, прячемся. Сейчас я попробую. Вот, да, один, второй и третий. Вот, шутя, наш Эй-Джей ловит всех зомби. Получаем хорошую награду. Зомби пойманы. Супер. Опять же, мне 16 мест в Китоне уже удалось заработать. И новая реклама. Ну просто беда, друзья. Прошу прощения. Вот без... Надо отключать интернет, а то вот постоянно реклама будет замучивать. Эй-Джей, у меня хорошее предчувствие. Знаю, Бат, этот бизнес обещает быть куда более выгодным, чем предыдущий. Ага, ну так, давай займемся развитием бизнеса. Надо поднять его на новый уровень. Смотри, вот активные задачи. Чем больше ты их выполняешь, тем больше будет награда. Супер. Итак, продать товар 10 единиц. Я думаю, друзья, это мы сейчас делаем без проблем. Вот, ага. Предлагают нам, друзья, что можно за единицу в бутоне это все сделать мгновенно. Давайте-ка просто турбо-режим сделаем. Думаю, пока этого будет достаточно. Ну, я еще могу запустить зомби-выжималку, и, в принципе, сейчас уже она все будет выполнена, будет продана товара, да. Мы переходим на новый уровень, у нас новые возможности, новый продукт, вот, новые зомби, вот, ну и плюс 2 единицы плутония, опять реклама, ну просто жесть, просто жесть. Вот. Итак, предлагают нам купить, но это, скорее всего, донат. Мы это делать пока не будем. Вот, и опять жесть, опять жесть, опять реклама. Вот просто с интернетом невозможно просто играть. Ну, вы сами видите все. Итак, друзья, прежде чем пойти в битву, давайте-ка я попробую зайти в настройки. Вот, сейчас уменьшу звук. Так, звук убираем, музыку убираем. Нет, звуки давайте-ка я оставлю, музыку убираем. Вот так, пока на этом остановимся, да, вот на этом пока остановимся. Итак, идем вперед. Вот давайте-ка посмотрим, что у нас доступно в магазине, что у нас с экипировкой. Мы можем усилить гарпун, мощность, мы можем удлинить длину веревки. Вот, с ранцем мы можем, на ранце у нас уже денег не хватит. Ну, давайте-ка, друзья, делаем так. Я улучшу немножко гарпун. Вот, это нам важно. Вот, купить зомби-выжималку за 200 монеток. Уже на зомби-выжималку монеток у нас нету, чтобы покупать. Вот, я только что потратил. Ну, давайте-ка попробуем еще поискать зомби. Так, зомби обнаружены. Давайте-ка тогда их возьмем. Так, особо выбирать сейчас нечего. Вот, мало одежду у Эй-Джея. Вот, только один гарпун, поэтому играем тем, что есть. Итак, вперед, друзья. Вперед, вперед, вперед. Бросаем мозги и прячемся. Отлично. Так, новый зомби. Отлично. И два зомби мы ловим без особых усилий. Так, сейчас попробуем поймать и здесь зомби. Вот так, прячемся за пенечек. Отлично. Итак, нет, не видят нас зомбари. Вот так. Ах ты вредина. И вот так. Супер. Так, вот предлагает нам удерживать для более мощной атаки. Я это сейчас и попробую сделать. Так. Гоняем синего зомби. Вот. Накапливаем силу и стреляем. Вот так. Ну вот, выполнил все задания миссии. Все зомби мы поймали. Супер. Вот, а сейчас я попробую уже купить новую зомби-выжималку. Отправляемся с вами в кафешку. И опять реклама. Опять реклама.
Вот просто жесть, да. Постараюсь в следующем видео все действовать без рекламы. Итак, покупаем. Как-то покупаем новую зомби-машинку. Она уже делает у нас что? Так, обожающие, освежающие напитки и лишь капелька и капельку радиоактивные. Да ладно, это не опасно, не опаснее ужина в микроволновке, если приготовить его прямо с ней. Итак, что это у нас за напиток? Пока не пишут. Ну, зомби-машины пока работают. Итак, не хватает одного зомби. Вот, желтых я активировал, синих пока копители не активные. Так, переходим дальше. Кстати, да, друзья, давайте-ка просмотрим, что у нас с одеждой. Смотрите, в будущем мы сможем купить всевозможную одежду для нашего Эджея. Кто смотрел мои видео по предыдущей игре, у меня все было абсолютно куплено, все активировано. Ну а сейчас нужно будет все это, вот, конечно же, со временем покупать, чтобы было здорово. Итак, вперед, друзья, давайте-ка вернемся с вами назад. Вот, я выполнил как бы сегодняшние все задания. Вот, так, давайте-ка я посмотрю. Вот, да, мы перейдем один на новый уровень. Итак, пятый уровень, получаем улучшение. Получаем вот длинник питония. Вот, кстати, я не совсем понял, как нам улучшить. Теперь ты можешь улучшить зомби-выжималки, чтобы увеличить объем партии и улучшить качество наших порций. Ага, друзья, просто вот нажимаем на значок ключа, и мы улучшим. Посмотри сам. Итак, друзья, просто вот сюда нажимаем, и за 20 золота мы можем это все улучшить. Вот дальше нужно, конечно же, золото. Его у меня, по сути, нету, поэтому вот пока с этим как-то не очень. Итак, нам нужно изготовить синий напиток. Для этого давайте-ка я пойду и еще попробую половить зомби. Так, зомби обнаружены. Вот, давайте-ка перейдем сюда. Вот, особо сейчас выбирать нечего, поэтому будем сражаться тем, что есть. И да, друзья, вот подписчик написал, что прошло обновление, но я, честно говоря, не заметил. Ай-яй-яй-яй. И вот, поймал зомби. Быстрее, быстрее, Джей. Уйдут, уйдут, уйдут. Уйдут, друзья, уйдут. Итак. Вот, друзья, уходят, уходят. И уходят. Друзья, к сожалению, я провтыкал. Я провтыкал немножко. Ничего страшного. Вот, постараюсь в будущем не делать таких опасностей, таких вот неприятностей. Ну, пока как-то так. Итак, синего поймали, остальные удрали. Вернее, два желтых удрали, а вот синего я уже как-то так поймаю. Ну что ж, друзья, первый блин томом, не всех зомби удалось поймать, но три синеньких я поймал. Итак, возвращаемся в кафешку. Опять же, надокучливая реклама. Вот, в принципе, я попробую сейчас отключить интернет и надеюсь, это нам поможет. Так, давайте-ка я это сделаю, чтобы нам не мешало. Вот, отключаем мобильный и Wi-Fi. Вот, надеюсь, что больше этого это нам не будет мешать. Итак, что дальше, друзья, что дальше? Кстати, вот подписчик написал, что новые обновления в игре. Что нового, я не понял. Кто в курсе, какое новое обновление в игре, пожалуйста, напишите. Вот, честно говоря, особого я что-то ничего пока не заметил. Возможно, появились новые зомби-машинки. Вот, по производству. А, вот, возможно, еще что-то. Но давайте-ка еще раз посмотрю. Так, зомби-выжималки, понятно. А вот экипировка у нас те же, тоже оружие. Новое оружие я не обнаружил. Вот, что с одеждой? С одеждой особо тоже я ничего нового не заметил. Все та же одежда. По-моему, даже меньше стал. Мне что-то казалось, что больше было одежды. Возможно, я что-то подзабыл. Итак, да, ничего новенького я пока не заметил, но игра классная. Так, ладно, давайте-ка, друзья, возвращаемся назад. Еще сделаем несколько ходок. Я думаю, на сегодняшнего видео, как для первого видео, будет очень даже неплохо. Так, обнаружено зомби. Кстати, что здесь у нас? А, да, друзья, смотрите, здесь подсказочка. Вот, что есть зомби-лимонад. Расположение болота, на вкус как желчный пузырь с лимонной ноткой и зомби-смузи. То есть зомби-лимонад, зомби-смузи,
расположение болота на вкус как черника с электролитом. Вот, сочность 3. Что ж, друзья, сейчас попробуем поймать нового зомби. А что такое освободить зомби? Ага, это засмотреть видео. Итак, вперед на ловлю очередных зомбарей. Вот, вперед. Так, бросаем мозг и готовим наш гарпун. Ах ты вредина, смотрите, как здорово спрятался. Отходим. Вот так, отлично. Супер. Вот здесь надо будет как-то бросать мозг и удерживать по максимуму. Вот так, разбей. Ах ты вредина. Вот так, да, вот так, да, да. Все зомби поймал, хотя некоторые пытались... И, кстати, ах ты вредная змея. Сейчас ее уничтожу вот так, чтобы она нам не мешала ловить зомби. И сейчас попробуем поймать основных зомбарей. Итак, да, вот так. Разбиваем броню. Вот так. И ловим зомби. Вот. Супер. Итак, все зомби поймали. Вот, сработали это очень даже неплохо. Просто супер. Просто-просто здорово. Отлично. Итак, возвращаемся в кафешку и пробуем опять. Итак, друзья, несмотря на то, что я отключил интернет, реклама до сих пор проходит. Итак, давайте-ка, друзья, сейчас я запущу напитки. Вот, запущу здесь напитки. Все идет достаточно неплохо. Вот, надо продать синий зомби снизу, и тогда у нас все будет. Ну, как раз, я думаю, давайте, друзья, мы с вами сейчас сделаем еще один заход и как раз выполним еще. Так, освободи зомби, зомби обнаружены. Ну что ж, вперед, друзья, сделаем еще одну ходку. Вот, половим немножко зомбарей. Попробую сделать идеальный заход, если, конечно же, получится. Так, сюрприз! Так, отлично, и вот так, здорово, просто великолепно, нельзя зомби уходить, тогда нам не засчитает мастерский заход, а мастерские заходы очень важны, за них можно вот брать короткие награды, вот так, отлично, вот так, прячемся, и сюрприз, вот так, ну вот, друзья, поймал всех зомби. Супер, новые задания, новичок. Да, друзья, начинающий ловец. У нас новая награда. Да, друзья, смотрите, эти награды мы можем получить. В предыдущем аккаунте мне были собраны все награды. Все награды, а сейчас мы можем посмотреть. Кстати, почему-то только 9 единиц товара. Ага, вот соковыжималка делает последнюю. Итак, друзья, вот я смотрю уже немножко подробно, где у нас находится ой-ой-ой, нет, друзья, не туда зашел. Итак, смотрите, где-то у нас есть достижение. Вот, не помню уже куда заходить, но давайте посмотрим уровень аккаунта до 6 уровня. Вот, новичок рейтинг. У нас появился плутоний. И да, появилась новая пушка, сетимет. Итак, смотрите, друзья, вот он. Ну что, Эй-Джей, думаешь, ты уже стал крутым охотником на зомби? Вроде бы уже неплохо научился. А что? Оказывается, Интергалактическая лига истребителей назначила награду за полное уничтожение всех вредителей. Интересно, и что же нам за это будет? Если ты переловишь всех зомби во время одного захода, ты получишь значок мастерского захода. Докажи, что ты лучший охотник на зомби, собирай значки и получай повышение. Кстати, я еще не говорил о наградах, а за каждое новое звание ты будешь получать дополнительные награды. Мне уже не терпится начать. Итак, друзья, смотрите. С новичка мы уже перебрались на начинающий ловец. Вот, награда. Вернее, надо бы сделать 10 мастерских заходов. За 5 мастерских заходов, что мы сделали, уже дали нам статус новичка. За 10 мы получим начинающего ловца. Ну и со временем здесь будет откроется целая куча вот интересных плюшек. Вот, кто смотрел мое видео на канале, вот я под этим видео оставлю ссылку. Там целая куча
крутых достижений и классная куча вот ловли зомби. Вот. Ну а пока начинаем игру как бы сначала. Итак, друзья, все это, конечно же, здорово. У нас в магазине есть новая пушка. Я хотел бы ее купить, и у меня как раз достаточно денег на сетемет. И давайте я сразу же куплю это оружие. Вот, в следующем видео мы с ним побегаем. Ну, а сейчас давайте-ка я еще активирую зомби-машинки. Пусть они делают напитки, пусть зарабатывают денежки для Эджея. Ну, а я на этом уже с вами буду прощаться. Да, робота зовут Бат. Немножко забыл, уже вспомнил. Вот. Итак, друзья, на этом уже с вами буду прощаться. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. Пишите отзывы в комментариях, понравилось ли вам сегодняшнее видео. Ну и, конечно же, самое главное, чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка, и к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья, до новых встреч.